Добрый вечер. Сердечно вас приветствуем. Я от лица нашей школы Человека Будущего, Homo Futurus. Много-много раз хочу сказать вам хорошие слова. Мы же заждались. Все спрашивают. Во-первых, как ваше самочувствие, спрашивают. Во-вторых, как ваши дела, потому что это очень такое беспокойная тема. Да. Как вы себя чувствуете? Давайте мы... Вот, к сожалению, у меня... Легкие подсадили, так все остальное сейчас у меня в замечательном состоянии. Вот врач, который меня сопровождает, в Дании он живет, мы с ним каждый день на связи. У меня, я же каждое утро делаю зарядку с гантелями, лежу на иголках, стою на иголках, делаю хвойные ванны. И у меня весь организм в отличном состоянии, за исключением легких. Никогда не курил, все время вот зарядки, все время бассейн. И мне, тем не менее, при лечении зубов, потом последующей пневмонии, посадили легкие. У меня сейчас вот эти бронхоэктазы. Это отвратительная вещь совершенно, потому что все время лезет слизь оттуда. Ну, днем харкаешь, я вот все время хожу с этим прибором, так сказать. А вечером он не может заснуть. Вот в последнее время я только на снотворных, которые мне прислали из Дании. Так я долго не протянул уже. Если вот у меня кончится врачебное сопровождение. Поэтому, хотя... В остальном у меня физическое состояние совершенно нормально. А вы мне сказали, что вы стресс вообще не испытываете. Вот как это вы умеете делать, что у вас стрессов нет? Вот такая нагрузка у вас мощная. Как это получается? Нет, у меня вот к вечеру обычно и нервное состояние тяжело из-за постоянного харкания. Потому что, вы понимаете... У меня и в легких гной, и глотаю я его постоянно в желудок. У меня организм этим дерьмом пропитан. И это поэтому... у вас после Чернобыльской катастрофы или потом вам... Нет, нет. После Чернобыльской катастрофы прошло сколько? 86-й, это 90-й... Больше 30 лет. Мне подсадили легкие где-то вот в конце 70-х годов. Это из-за вашей работы, что вы старались сохранить атомную энергетику в надлежащем порядке? Из-за этого какие-то проблемы возникли, да? Нет. Значит, атомная энергетика современная, о ней даже говорить не надо. Ее всего лишь там 2%, потому что вы поймите, что в электрогенерации это примерно 15%, а доля электрогенерации где-то 12% в общем энергопотреблении. Одно на другое перемножьте не более 2%. Курчатовский институт сделал вывод, если даже бридерная программа будет реализована, то... Не более 5% будет доля атомной энергетики современной. И кроме того, она совершает преступления. Два современные технологии. Во-первых, сжигает уран-235, который человечеству дан для космоса. Потому что на химии вы много не освоите. А нужно делать ядерные двигатели, которые в Советском Союзе особенно интенсивно развивались. И я работал в этой лаборатории. Кроме того, если вдруг бридеры построят многие страны, сегодня, слава богу, все отказались от них. Ведь все страны, где на территории которых будет стоять бридер, будут иметь чистый плутоний. Думают люди о чем-нибудь или нет? Терроризм будет ядерным с этого момента. И как можно это пропагандировать? И за то, что я вот это вот говорю, а кроме того, я предлагаю свою технологию которая обнуляет авианосный флот Соединенных Штатов. Американцы ждали контракт на эту тему, проверили, все это так. Мы фактически передали им инструмент для выполнения этой программы. Это ускоритель Богомолова, который был сделан в Сарове. Я сам туда документацию отвозил, потому что Леша туда не мог ездить, у него две дочки за рубежом жили. Мы с ним с одного курса физтеха. И когда сделали все, проверили все по американскому контракту, мы с Лешиком отказались там работать. Работал такой некто Челап. Это он и учился, работал у меня, у меня в книжке о нем написано, кто это такой. Все подтвердилось, и после этого американцы напрочь запретили. Поэтому вопрос стоит просто. Либо человечество уживается, либо Соединенные Штаты еще несколько лет протянут. А дальше Китай вообще, если им надоест вся эта музыка, они заберут Сибирь после развала России. Вот тогда все в раз все поймут. Нам-то уже более-менее безразлично, а вот Наташа будет нас очень сильно ругать. Можно спросить? Потому что здесь... Вот у Наташи вопрос возник, можно она вам задаст? Да, ну, конечно, с удовольствием. А вот некоторые не верят, что Китай может забрать Сибирь. Говорят, а как это? И им это непонятно. Вот можете пояснить? Это только тупым непонятно. Потому что дефицит энергоресурсов нарастает. Сейчас Европу отрубили вот с помощью этой дурацкой войны на Украине. И что такое прекратить войну на Украине? Это 2 дня. 60% электрогенерации атомной. Весь уран наш. Не поставьте туда уран. Там везде свет выключат, канализацию выключат. И как они будут воевать? Мы поставляем туда уран и это проводим. А если вот это для отключения Европы, там где индустриализация идет, а после этого Россия развалится. Говорят, мы нанесем ядерный удар по Китаю. Да Китай только спасибо скажет, потому что у него население немножко подсядет, против чего он особо возражать не будет. А Сибирь он тогда на законных основаниях заберет. А чтобы отключить Россию и Европу, основной завод по обогащению урана находится в Забайкалье, рядом с Китаем. Китайцы говорят, мы в случае чего двинем туда 1 миллион человек, отберем, разберем все по кирпичикам. А Штаты, Украина... И у нас 40% атомной генерации с этого завода. Что будет у нас в европейской части? Кончится, если Россия будет продолжать валять дурака, управляться этими богатыми современными. Среди богатых ни одного нет более или менее разумного человека. Все тупые, как пни. То кончится для молодого поколения очень плохо. А как вы видите выход из этого положения? Какой-то выход? Начать делать ту программу, которую я предлагаю с 96-го года. Обнуляются Соединенные Штаты, ликвидируется элитарность государств. Россия, как держатель основной мировой энергетической программы, поскольку она базируется на уране 238 и тории, а в них запасено более 90% всех энергоресурсов Земли, Россия становится мировой державой, которая будет держать все. Но наша верхушка воровская мгновенно потеряет все, потому что Запад рухнет. Потому что военные приложения, как я уже говорил, нашей программы обнуляют авианосный флот Штатов. Они никогда не войдут в Персидский залив. Они никогда не подойдут к сектору газа и так далее, и так далее. Все же очень просто на самом деле. И меня поэтому на телевидении не выпускают. С каким-нибудь дурачком Соловьевым я бы затеял спор. Я ему глотку на 5-й минуте заткну. Понятно. Вот чем могут люди, вот обычные люди, помочь? Вот чем, как? Вот если... Требовать, чтобы делали энергетическую программу, которая сделает ресурсы для Земли очень большими. Эту программу, она называется «Ядерные релятивистские технологии», и я проталкиваю ее с 96-го года. Мне говорят, она малообоснована. Я написал сотни писем. Путин ее озвучил еще в 2000 году на саммите тысячелетия, между прочим. После этого нам дали аж 500 000 рублей. И мы получили очень хорошие результаты. После этого американский контракт, запреты, все. А на спермояд и на бридера они тратят миллиарды долларов нулевым ответом. А мы за 500 000, видите ли, слабо обосновали. Хотя Путин озвучил ее в 2000 году. Но раз американцы запретили, а деньги у всех этих болванов, ворюк, лежат там, то работу запрещают. Я очень говорю просто, как вы видите. Как... Игорь Николаевич, вот смотрите, вот допустим, у нас очень много людей на планете. Вот, к примеру, что конкретно мог бы сделать каждый человек, чтобы помочь в этом деле и сохранить разум на планете? Как у вас в книге написано. Кстати, я хочу для всех... кто в первый раз у нас здесь на встрече, про книгу Игоря Николаевича напомните, чтобы... Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, самое главное в вашей книге, чтобы вот новичок, который ни разу еще не слышал об этом, чтобы он сейчас услышит от вас лично, от автора, на что бы ему обратить внимание в этой книге, на самое главное, как сохранить разум на планете, вот каким образом, ну, вот прямо тыкните вот пальцем ему, чтобы он понял, о чем мы сейчас говорим, потому что мы же не физики-ядерщики, и чтобы разобраться в этом деле, мало ли кто может, потому что это узкая специализация. А вот чтобы было понятно так, и вот что он сделать должен, каждый человек, вот, например, написать бумагу в ООН, или написать Путину, или написать министру энергетики, или что должен сделать человек? Люди элементарно не знают даже, как писать. Да, элементарно не знают люди, как писать. Ну, вот. Я отвечу на ваш вопрос, что главное в книге и что каждый человек должен сегодня делать. Главное в книге доказано, что смысл существования людей – это не просто жрать и отправлять свои нужды, а развивать разум. То есть фундаментальной сутью человечества является развитие разума. Второе. Развитие разума проходит 2 этапа. Первый этап я называю технологическим. То есть в начале существования человечества ему был представлен выбор сделать. Выбрать царя земного, либо царя небесного. Иудеи выбрали царя земного, а христиане и мусульмане выбрали царя небесного. И на первом этапе развития, когда мы познавали материальный мир, иудаизм был чрезвычайно эффективен, потому что развитие происходило благодаря тому, что человек с телеги хотел сесть в автомобиль, потом в самолет, вместо свечки зажигать лампочку. К этому имели доступ только богатые. и они стимулировали этот прогресс, и он очень эффективно шел. Но вот, наконец, мы пришли к тому состоянию, когда материальный мир мы познали. Все 4 типа фундаментальных взаимодействий известны, создана стандартная, так называемая стандартная модель физики, которая все описывает. И мы теперь переходим в область познания иррационального. И деньги, царь земной, иудаизм перестал быть рентабельным, он должен быть уничтожен. Это предполагает уничтожение элитарности, в первую очередь, элитарных государств. И это сейчас происходит. Запад, весь Запад, это Европа и Соединенные Штаты. В ближайшее время они погибнут. А потом элитарность внутри отдельных государств. Это будет продвигать уже Китай. Он будет поступать крайне просто, если Россия не вмешается в процесс и не сдемпфирует его. Вот. А методом продвижения Всевышний разум очень... Все там сделано до иголочки точно. То есть энергетическая программа, которая позволит выжить людям, это на первом этапе ядерные релятивистские технологии и потом космические, они устроены так, что элитарность будет уничтожена. То есть я говорил уже, что ядерные релятивистские технологии, ее военные применения уничтожают авианосный флот Соединенных Штатов, а космические технологии запрещают сжигать уран-235 и нефть. Потому что если нефть всю сожгут, так же как уран-235, во что будет Наташа одеваться? Потому что это нефть, одежда, еда, поскольку это удобрение и так далее, и так далее. Мировой разум все очень точно расписал. Вопрос лишь в том, какую цену людям придется за это заплатить. Чем больше дури будет у этих Абрамовичей, чем сильнее они будут цепляться за прошлое, тем тяжелее, больше крови прольют люди. Что я прошу делать людей? Я прошу людей писать постоянно Путину, чтобы требовать, чтобы он собрал совещание, посадил бы напротив меня из Академии наук. Меня туда 5 раз приглашали, я всегда отказывался. Там нет ни одного более или менее нормально мыслящего человека. Там не с кем разговаривать, поэтому я им глотку сразу заткну. И кроме того, Росатом. И тогда он из этой дискуссии поймет. Надо не есть, как Мишустин ездит, смотрит, лазер ему показали, спермояд очередную установку, они лишний проводок прикрутили, а собрать совещание по перспективам энергетики. И там должны присутствовать все точки зрения современные. Это современные ядерные технологии Росатом, спермояд, как я его называю, а они называют термояд, и ядерно-релятивистские технологии и космос. И тогда все станет ясно. Поэтому я людей прошу, пишите и требуйте вот этого дела. И тогда вы сразу увидите, кто прав. И еще бы лучше, чтобы эту встречу и беседу транслировали по всем каналам телевидения. Люди сразу поймут, кто врет, а кто говорит правду. Понятно, понятно. А есть у нас такая голова такая, которая разбирается в ядерной физике так хорошо и которая, ну, как-то какое-то влияние имеет на социальное восприятие этой проблемы? Ну, хоть кто-то есть в стране, который мог бы с вами поговорить, понять, и его бы тоже кто-то послушал. Не просто понять, а чтобы он как-то повлиял на ситуацию. Или такого человека больше нету? Нет. Есть Курчатовский институт, который просто в своей презентации сделал вывод, что если в ближайшее время не будет сделан мощный источник нейтронов, то сейчас живет последнее поколение людей. Это заявление Курчатовского института. В качестве такового источника они предложили термояд. Второй источник такой – это моя программа. Поэтому достаточно даже Курчатовский институт, и это такое заседание проходило. Я выступил, объяснил, что термояд – это абсолютная глупость. И после этого, значит, сейчас вот Курчатовский институт на мою программу вообще дал положительное заключение. Другое дело, что он ответит, когда его призовет наша власть, там все зависимы. Все сидят, получают академические стипендии, ковыряются в носу и держатся за свои кресла. Поэтому нужна прямая дискуссия. А у вас есть прямо заключение Курчатовского института об этом, да? Прямо заключение есть. Ну, знаешь, я везде эту картинку показываю. Это семинар был Курчатовского института, да? Да. А вопрос, поскольку запрет от Соединенных Штатов выполнять работу, решение может быть принято только на самом верху. Потому что курирует этот вопрос, это Кириенко. А Курчатовский институт уже дал на вашу программу положительное заключение, да? Ну, естественно. Я могу его просто показать 1000 раз. Мы везде все рассылали. Боже мой, так как же так получается на каком-то звене передаточном наверх? Да я конкретно назвал это звено. Да. Это курирует, ведь когда Кириенко назначили, он главный куратор этого дела, потому что ведь какие основные проблемы были? Вот Советский Союз, одна из целей его разрушения. Что было сделано сразу после развала Советского Союза? Подписано соглашение Гор-Черномырдин о поставках урана в Соединенные Штаты. У нас было 90 тысяч боеголовок. Сейчас вот какое-то время была еще информация, сейчас не знаю сколько. Было 20 тысяч. От 96% разбавить до 4 и поставлять в Штаты злейшему врагу. Протестовали против этого многие. Назначили Кириенко, он курирует. Все ж просто на самом деле, если не врать. Да. Ну как можно злейшему... Даже Лавров как-то залепил, не разбираясь в деле. Сказал, что почему это нам все есть санкции, а на уран санкций нет. Потому что если уран в Штаты не поставить, их не будет в течение года. На Украину, на эту вот, как она называется, на западе Украины находится атомная станция, через линию фронта везут уран, арестовывают, скандал. Этим дуракам, которые арестовали, им разъясняют и все затыкают. И никто этого не знает. Это все для идиотов. Вот интересная ситуация. И опасная, и интересная. Надо, да. Она не интересная, она объективная. Да, я понимаю. Я просто думаю, в таких случаях, как люди должны поступить. Ну как, требуют единственно. Создатель этого мира энергетические программы предусмотрел такие, что их развитие обнуляет Запад. Ну, для того, чтобы людям выжить, нужно иметь эти энергетические программы. Поэтому люди должны просто требовать прямого совещания на эту тему, на котором будет сделан вывод, что кроме этого ничего нет. И принято это решение, что мы начинаем работать. Я не знаю, сколько мне осталось еще на этом свете. Но моих приятелей угробили троих. Лешка Богомолова вообще это, как только ускоритель испытали, в МИФИ привезли. После этого он из дома не выходил, у него две дочки-медички запрещали. Ему все питание приносили. Его, тем не менее, заразили ковидом. 31 декабря из больницы выписали, а 1 января он дома умер. Что там говорить? Потому что ускорители уже штатам передали, а больше он никому не нужен. Что тут не понимать? Все, прочь парные репы. Вот смотрите, вот вы живете в этой проблеме, и для вас это самоочевидно. Это для всех очевидно. Неужели людям еще не очевидно, что весь бардак в мире творится из-за дефицита энергии? Нет, это уже на каждой странице пишется. Я как психолог вам скажу, что это не очевидно. Потому что для людей, у них, знаете, какая логика. Я каждый день с больными работаю, я каждый раз работаю с людьми, которые психологическими проблемами. Нет, вы работаете с россиянами, где нет энергетического дефицита пока, потому что Сибирь не отрубили. А вы позвоните в Европу. Так, и? Там уже нет таких вопросов. Сейчас, секунду, это интересный момент. Простому населению Европы, понятно, да. Или нет? Ну вот громче скажи, Наташа, ну, вопрос. Повтори, Наташа спрашивает, простому населению Европы это понятно, вот этот специфический вопрос, узкопрофессиональный? Ну, мне из многих стран в Европе звонят. Те, кто звонят, все понимают. Ну вот смотрите, мы сейчас говорим... Ну, если на каждой странице написано, что идет деиндустриализация Европы из-за нехватки энергии, что тут не понимать? Нет, это же вот сложно подчиненное предложение, потому что непонятно, на какой стадии, чего там, из-за чего... Чего непонятно? Деиндустриализация Европы идет, промышленность из Германии вывозят. Причины в чем? Потому что нет энергии. Ну что да, но они понимают, что энергии нет, но они же не понимают, что это получается, потому что Кириенко не заслужил доклад Курчатовского института. Да ничего подобного, я об этом и не говорил. Мы сейчас говорим о том, что вопрос в энергетическом дефиците. Если люди это понимают, то значит основные энергетические программы надо разобрать, чтобы ликвидировать этот дефицит. Вот все, что-то понимать-то. А уж механизм, это кто хочет, там дебри, кого отдавать под суд, кому посылать прокуратуру, это второй вопрос. А вопрос энергетического дефицита, понятно, что он есть. Второе, понятно, абсолютно то, что его надо решать. Поэтому надо заснуть в предложении, которое есть. Вот все. Вот смотрите, у нас, я когда-то очень давно читал книжку одну, американскую. А я две читал. Нет, я про другое. Это книга по организации единых действий. Не по ядерной физике. Нет, там чисто психосоциальный момент рассматривался. Что людям, каждому кажется, что другой это сделает. И он сам поэтому ничего не делает. Поэтому там так было написано, что надо как-то доносить до человека таким образом, чтобы он понял, что от него зависит это действие. И тогда он это дело делает. Потому что я, например, думаю, ну есть физики, пускай они решают. Там другой человек думает, там есть начальники, пускай они решают, я-то там при чем. То есть каждый человек, он понимает... Это что где-то как-то, кто-то решает. Да нет, ерунда все это. Так человек думает до тех пор, пока у него свет не выключили. А в Европе начинают выключать, они уже по-другому думают. Ты как думаешь, Наташа, вот если там у них выключают свет, они проводят связь логическую, что это связано с тем, когда свет выключают, то да. Нет, они ищут причину, почему выключили свет, ищут причину. Ну, конечно. Или они там думают, что это у нас в городе... Там... Потому что энергии нет, потому что не в одном городе выключают, а по всей Европе. Что тут думать-то? Все понимают, что дефицит энергии сегодня в интернете. Китай может создать ЕРТ-технологию? Какую технологию, Наташа? Ну, Китай может создать эту технологию ЕРТ-1 или не может? Пока что нет. Как только сможет, России не будет. Что-то, Наташа, я чувствую, нет, а уже как вникает в тему уже, Наташа. А как сделать, чтобы они не смогли никогда? Ну как, слава Богу, развитие происходило так, что в те времена, когда все строили ускорители, Китай был еще слаб, и он их не строил. Поэтому сегодня работу с китайцами можно проводить только в России. Все задумано как надо, но если мы будем продолжать валять дурака, то Китай заберет Сибирь, и тогда сразу все поймут. Все. Игорь Николаевич, вот у меня есть одна мысль. Все-таки мне не дает покоя ощущение, что люди, ну как сказать, вот у нас выключат завтра свет, вот здесь, в квартире, допустим, и не будет света целый месяц. Мне в голову не придет, что это связано с атомной энергетикой. Это связано с дефицитом энергии. Но мне в голову-то не придет это. Но я буду думать, что у нас плохо работает электростанция. Ну что вы говорите? Сегодня весь интернет уже пишет, что дефицит энергии есть. И во всей Европе промышленность отключают. В голову не придет. Это весь интернет уже этим забит. Нет, я знаю, а другие нет. Ты знаешь, а другие нет, да? Вот я сегодня была в парикмахерской, парикмахера спросила, она не знает, молодая женщина, и никто не знает. Говорят, в Европе хорошо, да. Боже, ты посмотри Игорь Николаевичу прямо в глаза. Как? Не надо. Она парикмахерская сегодня была, потому что мы же ожидали встречи с вами. И она там разговаривала с парикмахером. Да, я слышал. Да. А мне вот беспрерывно звонят и из Швейцарии, и из Англии. Ну, это они вас знают, они вас лично знают, поэтому они в теме. А я же говорю о тех, которые не в теме. А вы говорите, что все в теме. Вот мне интересно. Ну, кто читает интернет, естественно, те, которые... занимаются только, так сказать, вот парикмахерскими и всем. Таких много. Они, естественно, не обращают на это внимания. Да. А те, которые чуть-чуть чем-то, значит, они все знают. И массив знающих. А, это те, которые интересуются. Нет, да. Конечно, которые интересуются. А я поэтому и говорю... Чем позднее произойдет осознание того, что надо ситуацию менять, тем больше крови придется пролить. А в отношении России это особенно, потому что Китай отрубит Сибирь. Тогда сразу все поймут. И все парикмахерские закроются. Это очень хорошо, что мы эту тему с парикмахерской затронули. Это очень хорошо. Мы уже один раз закрывали, когда был ковид. Да. Игорь Николаевич, давайте сделаем такой маленький... Ковид. Для этого и придумывают все вот эти вот киношки. Ковид, потом война на Украине, потом война вот сейчас там на Ближнем Востоке. И думают, что еще придумать, чтобы парили людям мозги. Это все из-за энергетики, да? Ну, естественно, надо... чтобы люди трепались бог о чем. Ну почему никто не говорит по телевидению для масс, что 60% электрогенерация на Украине атомная, и весь уран наш. А наши ребята там кровь льют. Это что, не актуально? Если бы ваш сын там был, вы как к этому относились? Нет, ну у меня есть знакомые, которые там, но при этом им в голову не приходит, что это из-за энергетики. Ну, потому что они, кроме идиотского телевидения, которое у нас, ничего не смотрят. Так об этом же и речь идет, я же про это и говорю. Так вот, в этом перетрагедия. Вот это в чем дело. Если они это узнают уже из своей практики, да, это будет в 1000 раз болезненней. Поэтому я и пытаюсь людям объяснить это пораньше. Я понимаю, мы тоже хотим вам помочь в этом вопросе, потому что это касается не только вас, а всех людей. Меня-то это уже мало касается, слава Богу. Давайте мы что сделаем, я так думаю. Как говорится, капля камень точит. Давайте так сделаем в следующий раз. А я хочу всех попросить, кто нас будет смотреть, чтобы они свое мнение написали и вопросы с Игорю Николаевичу приготовили, чтобы эти вопросы приготовили, чтобы в следующий раз, когда мы будем встречаться, Игорь Николаевич мог на эти вопросы ответить. И через это я лично вот пойму, насколько наши люди информированы об этой проблеме. Потому что, мне кажется, телевидение настолько на эту тему не хочет говорить, и поэтому никто не в курсе. А в курсе только единицы, которые интересуются специально. Вот я уже свое получил. Харкую беспрерывно от этих сволочей. Понятно. Игорь Николаевич, как вам кажется, вот моя мысль такая, что мы в следующий раз... Да ради Бога, но мне без разницы. Как скажешь, так и будет. Ну, я готов, вы же знаете, готов помогать и помогать. Вот просто вопрос в том, чтобы правильно сформулировать нашим участникам, что им надо делать. Вот пусть поинтересуются энергетикой на планете. У кого есть знакомые, пусть позвонят в Европу, спросят, знают ли они о том, что... проблема энергетики в мире стоит или не знают. Вот я тоже возьму сегодня вечером и спрошу, кто бы мне не позвонил из Германии, Болгарии, Австралии, Индии, из Америки, из Дагестана. Я буду спрашивать, вы в курсе, что проблема с энергетикой на земном шаре? И мне интересно собрать такую статистику, такую доморощенную. И вдруг окажется, что вы действительно правы, что все знают, один я идиот не знаю, вот и все. Тогда будем действовать по-другому. Я же с людьми общаюсь, я тоже хочу помочь этому вопросу. Это же касается жизни всех людей. Нужно сформулировать текст письма и сказать, куда... его отправлять. Да. Люди реально не знают. Люди не знают. Они юридически неграмотные. Люди юридически в этом вопросе неграмотные. Вы можете посоветовать текст письма и куда отправить? Куда отправить? Путин надо писать. Он главный. Ну, Путину это дойдет письмо, это не дойдет? Нет, конечно. Но если будет очень много, то дойдет. Ну, давайте попробуем об этом поговорить. Давайте попробуем. Игорь Николаевич, значит, вы не возражаете, мы еще раз с вами встретимся на эту тему со всеми нашими участниками нашей школы и еще раз поговорим. С вами и с Наташей еще. Ну, ты будешь здесь еще? Будешь? Да. Будет. Тогда нет вопросов. Отлично, да. Отлично. Я был очень рад с вами встретиться, я вас очень глубоко уважаю. Я хочу, чтобы все это знали, что я очень вас глубоко уважаю. И я знаю, что вы печетесь не только о себе, не только о своих близких, вы печетесь вообще о людях на планете. Я пекусь о том, что предписал высший разум, Бог. Он предписал развивать разум. Я об этом пекусь. А для этого массив человеческий и массив интеллекта, который занимается этим обстоятельством, должен увеличиваться. А чтобы это происходило, то для этого нужно энергетическое обеспечение. Я живу по законам не самых придумал, как демократы. У них масса партий, видите ли. А я всем говорю, надо познать законы создателей этого мира и по ним жить. Демократия, даже Черчилль сказал, что это самая преступная социальная организация в истории человечества. Там по факту правят деньги, а время иудаизма завершилось. Теперь царь земной властвует над миром, и жить надо по его законам. Вот и все. Вот тут, Игорь Николаевич, тут есть один нюанс такой, извините. Одно дело, значит, что действительно надо переходить на новый уровень эволюционного развития, на уровень сознания, на уровень сознательного управления. Не только инстинктами, не только эго, не только телом, ради выживания, деньгами и так далее. Переходить надо на разумное существование. Это я 100% уверен. Я не уверен в том, что люди понимают связь между тем, что надо жить разумно, потому что каждому из нас инстинктивно кажется, что он разумный. Каждый человек по своей природе, потому что, не дай бог, если он вдруг подумает, что он неразумный, он с ума сойдет от ужаса. Да ничего подобного, все не так. Подавляющее большинство людей на технологическом этапе развития не понимают смысла существования. Они просто же ходят под влиянием знамен либо телевидения. Вспомните, до 17-го года все ходили и пели «Боже, царя храни», а после 17-го года подавляющее большинство стало под красные знамена. Поэтому подавляющее большинство живет просто в соответствии с условиями, в которых они находятся. Если в России завтра перевернется ситуация, уверяю вас, подавляющее большинство станет под красные знамена. А если вы еще, если вы еще на каждом заборе повесите «не можете служить Богу и Мамонне», то вообще все пойдут. Об этом еще Бехтерев говорил, академик, что вот эта вот массовая внушаемость людей, что вот эта критичность отсутствует, это толповая психология, она существует, ее знают психологи, я ее тоже знаю. Поэтому я и задавал вопрос, как же они могут пробудиться? Вот сколько им я сказал так, очень просто. Я вот, если вы были в кибуцах, когда мы были, нас в Чернобыле, в Израиль посылали, я был в кибуцах. Человек должен жить и работать в коллективе, устраненный от денег. И все встает на свои места в раз. Каждый делает свою работу, когда нужно пришел, поел, когда нужно там полечился, и все, и никаких денег. И все. И вся психология поменялась в 5 минут. Да я тоже думаю, если бы денег не было, были бы другие отношения, конечно, но что заменит эти деньги? Так, я и говорю, вот вам пример я привел. Просто это нужно жить в коллективах, новое социальное устройство. И все будут по этим законам жить, и просто, и свободно, и никаких проблем. Мы уже жили в этих условиях? Нет. У нас были начальники и хозяева. Эти начальники, как они там назывались, Начальники были. В социализме мы жили с начальниками, да. Я всегда говорил, что все начальники болваны. На кой хрен мне нужен начальник? А как можно жить без начальников? Кто-то же должен быть дирижером оркестра. Да нет, это только у дураков. Не-не, оркестр должен какую-то единую... Да ну, ерунда. Обеспечение лучше всего посчитает компьютер. Гораздо лучше ворюги начальника и хозяева. А, то есть вы имеете в виду сегодня в современном веке, чтобы между нами была координация через компьютер? Из технологического этапа мы уже вышли. И проблема обеспечения с точностью очень высокой компьютер просчитает лучше любого начальника. Поэтому начальники никому не нужны. А кто будет охранять этот компьютер, который будет таким честным? От кого охранять, когда все заинтересованы в том, чтобы он работал? Будет материальную часть каким-то образом считать машина и, так сказать, искусственный интеллект. Начальников не будет, а будут общественные такие отношения между людьми. А теперь как это вот будет выглядеть, я не понимаю, если там руководителя нету среди них. Ну кому он нужен, руководитель? Где вы знаете хоть одного грамотного руководителя? Нет, ну мы же говорили о толповости психологии людей сначала. Мы же говорили... Я сказал психологии людей. Съездите в Кибуц, посмотрите. Никаких начальников. А как это может быть? Ну, вот, допустим, они хотят построить дом. Что построить? Да, они взяли лопаты и так далее, и кто-то должен задавать тон. И кто-то должен сказать, вот сначала, ребята, подождите, нам сейчас привезут кирпичи. Кто-то же должен регулировать это. Это компьютер сделает. Куда какую машину направить, с чем и так далее. А люди тогда зачем нужны? Люди, чтобы развивать разум. Машина никогда не сделает нового. Вы знаете, как разум развивается? Вот что не может машина сделать. Машина работает по программе. Ну да. Это возможно в материальном мире. А из иррационального новую мысль может выбрать только иррациональный интеллект. У меня в книжке есть несколько примеров на эту тему. То есть открытие, изобретение машины делать не может. Это может делать только человек. Она работает по программе. А развиваться только разум. Ну, прочтите мою книгу, там все написано. Так. Козай, ты же снимал видео «Роботы нас не заменят», помнишь? Роботы. Да, я об этом говорил, что роботы нас не заменят, потому что только человек может делать открытие. Вот, у меня там несколько примеров приведено. Вот, например, как появилась электродинамика, свет, благодаря которой вы живете. Вы знаете имя человека, который это открыл? Вот Наполеона вы знаете, дурачка. А вот кто обеспечил вам вот это все, и вот это, вот мы с вами общались, никто не знает. А знаете, как это произошло? Нет. 30, вот в чем. Главное, чему надо в школе учить. Не как мудак Наполеон ходил по замерзшей России. А я и про Наполеона не знаю, меня вообще никогда не интересовало, кто в какой-то обратился. Да я не права. Я понимаю, я просто в шутку говорю, что есть люди, которым вообще это не интересно. Кто в каком году родился, кто в какой точке земли родился. Я говорю, надо изучать в основном, как развивался разум. А вот электродинамика была открыта таким образом. 30 лет люди переставляли магниты, проводник, и смотрели, переложит и смотрит. Переложит и смотрит, и ничего. А рядом с Фарадеем стоял Ну да, слуга стоял, он увидел, когда они двигали, в этот момент менялась стрелочка. Я помню, да. Вот. Помню. Или этот вот, я открыл. Не, ну это случайности, потому что по существу... Вот, этого машина не сделает никогда. Междисциплинарные процессы, это на стыке дисциплин происходит открытие. Конечно, вот линейным мышлением невозможно это открыть, и поэтому машина не может. И человек обладает базой данных огромнейшей, никакой такой машины... Да. На кого упадет искра Божия? Это иррациональная вещь. Вот что надо говорить. Машина этого не сделает никогда. И вот еще, чем более сложную вещь надо открыть, тем больше массив требуется интеллекта. Если вы посмотрите скорость развития и рост численности населения, они абсолютно коррелируют эти. Ну, искра Божия падает на того, который генетически к этому расположен. Вот вы гениальный физик-ядерщик. Да потому нет, что ваш дедушка, ваша бабушка, ваша тетя, вы итог, вы результат всех предшествующих поколений. Все обо мне говорить, потому что я только сейчас привел пример. Это даже на слугу может упасть искра Божия, на кого угодно. Нет, этот слуга тоже, между прочим, не случайно там был. У них там наблюдал постоянно эти процессы и обратил на это внимание. Если бы он был не наученный наблюдатель, если бы он не был хоть чуть-чуть образованный, он бы не обратил внимания. Они же его держали рядом, только не потому, что он случайно осел какой-то. Он просто знал, что они ищут. И увидел, когда дергается, да и все. Поэтому главное... Наблюдательный человек, конечно, это же от его генетики тоже зависит. Я не хочу спорить на эту тему, я просто хочу сказать, что как это представить себе общество людей, отношения между которыми регулирует искусственный интеллект. Вот как это представить? Ну, что вы сказали? Абсолютно бессмысленную фразу. Как-то отношения между людьми регулирует искусственный интеллект. Ну да, вот человек не выспался, например, нет, пришел... Это люди будут его регулировать. А как они? Они его будут программировать. А при чем тут искусственный интеллект? Вы же говорите, материальную часть будет, так сказать, считать... Так человек не выспался, это материальная часть? Он не выспался, пришел раздраженный. На все реагирует, на погоду реагирует. Он пришел, вот коллектив, они все вместе что-то делают. Они все, если между ними нет денежных отношений, между ними хорошие отношения, значит. Если он пришел больной, ему скажут: иди полежи, сейчас к тебе врач придет. Как вот будут все мерить его? Вот в коммунизме говорили, будет от каждого по потребности, каждому, нет, от каждого по... Да мало ли что в коммунизме говорили. Надо читать Евангелие. Это я понимаю, но там это совесть. Я люблю очень Толстого, Толстой об этом хорошо. Нет там такого слова. Там есть закон высшего разума. Законы. И этот закон, разум, должен развиваться. Там высшая психология сказана, например, люби там ближнего как самого себя, или, например, это... Опять, в чужом глазу специальный разговор. Люби ближнего своего, это было написано для технологического этапа развития. Церковь на технологическом этапе выполнила важнейшую задачу, чтобы люди не перегрызли друг другу все глотки и не вырезали друг друга. И она это успешно сделала. Потому что когда правят деньги, царь земной, все хотят уничтожить себе подобных. В свое время денег не было, было натурально, камень катили. Правильно. И камень катили и этим обменивались, услуга за услугу. Потом стал камень уменьшаться и в конечном счете превратился в цифру. Потому что эти цифры легче оперировать, чем этот камень катить. И сейчас век цифровизации именно... Ну не надо говорить банальные вещи. На первом этапе развития, когда человек был слаб, единственным условием выживания было действительно адекватное общество, то есть коллективное. Потом, когда численность населения стала расти, надо было осваивать материальный мир. И начался технологический этап развития. А сейчас мы снова должны, поскольку материальное развитие закончилось, мы снова должны перейти к этим формам. Ну, как вы, что из Евангелия вы берете для того, чтобы вместо совести, вы говорите, дело не в совести, дело такое не... Нету ни патриотизма, ни совести. Патриотизм – это последнее убежище негодяев. Я сейчас не об этом. Вот что вы берете из Евангелия как руководящее звено для этого коллектива? Я сказал, основная аксиома нашего мира, это записано у меня в книге, во имя Отца, Сына и Святого Духа. На современном языке в основе мира лежит разум человека, высший разум и иррациональная суть. Вот что основное. Из этого надо исходить и все остальное строить. Вот из этого исходить. Вот, допустим, коллектив. У них отношения между собой без всякого начальника. Материальную часть им обсчитывает машина. А вы говорите, они должны между собой взаимодействовать на основе евангелических законов. Когда они будут жить в этих условиях, они уже, как только коллектив создали, они уже живут на этих законах. Я не понимаю. Ты понимаешь? Чего не понимаешь? Ну скажи мне, что... Как только человек отказался от денег, он живет во имя Царя Небесного. Написано это. Так. Каждый небесного воображает себе своим способом. Поэтому, когда Эйнштейн разговаривал с людьми, с одним он говорил «верю в Бога», с другим говорил «не верю в Бога», в зависимости от того, с кем он разговаривал, потому что у каждого в голове свой образ. У каждого неграмотного свой образ, и он живет в омерзительной ситуации. Естественно, поместите его в разумный мир, и он сразу будет разумным. И что вы говорите? А вы говорите с людьми, которые живут вообще на помойке. Чего же вы от них хотите? Я хочу понять. О, Господи. Так это же и есть самый главный вопрос. Если бы люди были готовы быть такими разумными, так и проблем бы не было никаких. Я говорю, когда это будет создаваться, то есть ликвидироваться элитарность, вот с помощью внедрения энергетики, о которой я говорю, элитарное государство сразу закончится. А дальше все будет просто. Китай скажет, собственность отменяется. Кто не согласен, натянь мэнь, пулю в затылок и чек. Тюрьма и церковь, и больница. Вот три инстанции. Они будут тогда или нет? Нет, конечно. А как же будут люди? Допустим, этот человек ногу сломал, дальше как ему жить? А? Человек упал, ногу сломал. Как ему быть? Вот есть сейчас у нас тюрьма, церковь и больница, которые поддерживают как бы миропорядок. Да нет, ну церковь... Больного лечит больница, тюрьму посадит грешника. Да нет, ну зачем опять? Коллективы уже разные будут, в том числе и больничные коллективы, лечебные коллективы, санаторные коллективы, рабочие коллективы, сельскохозяйственные коллективы. Разные. Каждый занимается своим делом. Ну, воровство будет тогда? Воровство будет у людей? Воровство? Смысла нет. Криптомания. Вот такой вот, когда человек хочет... Да, взять... ну что за ерунда? Какая криптомания? Если вас кормят и никаких денег нет, что вы украдете? Резинку с чужого стола. Криптоман ворует не потому, что его надо украсть. Он живет в своем коллективе. Вы у Наташи воруете что-нибудь? Да я же не криптоман, а есть криптоманы. Ну так это больные люди. Больные люди, конечно. Ну, конечно. Криптомана немедленно выкинут. Если он не исправится, то прикончат. Зачем он нужен? Я об этом и спрашиваю, как будут определять ее. Коллектив все будет определять, в котором живет человек. Вы видели такой коллектив? Да, он же говорил. Частично, да. Это коллектив, который обладает таким сознанием, где не нужен начальник, не нужен руководитель. Вы видели оркестр, который играет сам в унисон, синхронно? Причем тут оркестр? А дирижер же нужен, это и есть руководитель. Нет. Дирижер выполняет просто функцию, которая у него возложена. Регулирует отдельными. Скрипач чем хуже дирижера. Уберите все струнные инструменты, и оркестр не будет так звучать. Это все бессмысленные разговоры совершенно. Я хочу понять, почему я этого не понимаю. Ну, потому что книжку мою не прочли. Дело не в книжках. Книжки. Избирательность человека существует. Нет, я могу ее тоже прочесть и тоже не понять, если автора не понимаю, как в этой части. Вы не читали Евангелие и книжку мою. Я вот тоже... Я писал в духовную семинарию за своего крестного, писал его эти самые экзамены. Ну, там тоже неизвестно, чему учили. Надо самому читать и продумывать. А что учит, там где учитель вкладывает в голову, это дело десятое. Я люблю Толстого очень сильно, Толстого Льва Николаевича. Как он мыслил в плане этики, нравственности, морали, я глубоко чувствую, за что его церковь отлучила и так далее. Я это понимаю, я не понимаю, как люди разного уровня развития могут в одном коллективе согласованно, правильно функционировать. Какого уровня развития? Вот у меня в лаборатории были инженеры, кандидаты наук, доктора. И был обычный токарь Зюзин Валентин Ерохин, потом сменил фамилию. Он, значит, мы провели там испытания по радионевидимости баллистических ракет, и за это дали орден. Когда мне принесли, сказали, вот на лаборатории орден. Я мужикам отдал, говорю, вот, кому отдадите, тому, значит, он будет. Все проголосовали за этого Ерохина, потому что в момент записи там нужно было очень сложные детали делать из вольфрама. И он освоил эту технологию. И благодаря этому все было сделано. Единогласно отдали ему. Когда коллектив свободен, там нет начальника, он все решает правильно. А когда приходит идиот-начальник с единственной целью, чтобы ему задницу лизали, тогда все начинает портиться. Я вот в завершении нашей беседы хотел бы вам маленький пример привести, конкретный практический пример. У меня в Махачкале, когда я работал, у меня был центр, первый центр, и у меня был коллектив. Это были выпускники медицинского института, которого я забрал к себе, чтобы они последний год, так называемую интернатуру, у меня проработали. По договоренности с министром здравоохранения я забрал себе, и он говорит, ну и пусть у тебя они там работают этот год. У меня была идея, чтобы не было коридорной системы, где бы больной ходил, там к рентгенологу, к массажисту и так далее, чтобы все вокруг него сидели, задавали вопросы и понимали общая тактика, общая стратегия, чтобы они вычислили, как его лечить. И появился у меня один массажист. Один массажист появился, который с другого края совершенно, который все это развалил. Почему? Он это все знал, что я мечтал об этом, я на это клал время, я жил этим, я их всех воспитывал, я их учил там и так далее, чтобы они научились совместно конструктивно взаимодействовать. И этот массажист стал назначать в удобное для него время на 6-7 часов утра больному прийти к себе на массаж. А мы все собирались в час дня. И он нам все это развалил, потому что больной должен был тащиться через весь город, хромая со своими радикулитами, ему на массаж. Он его отрывал от общей системы. И в конечном счете у нас там иглотерапевт, у нас там психотерапевт и так далее, разладил всю гармонию отношений. Один этот человек разладил всю систему. Поэтому я и хочу понять. Он почему разладил? Потому что он был жаворонок, он рано вставал, у него энергия, он хочет двигаться, работать. И он думал, что все такие должны быть. А другие были по-разному. Один вставал позже, другой вставал рано. Но час дня был такой удобный для всех, чтобы они не торопясь пришли и плодотворно работали целый день и давали пользу для больного. Он все это развалил. Поэтому я спросил, когда коллектив будет самосознанием руководиться высшими идеями и не будет там дирижера, я там был как руководитель, и я был очень гуманный, потому что моя задача была помочь больному. И притом при мне это все развалилось, несмотря ни на что. Я не был такой начальник, который бюрократ, которому все пофигу и так далее. Я от души работал по евангельским законам. Все от души работают на словах. А вы не говорите, вы же опять не говорите главной вещи. Какой? Вы сидели в коллективе, где каждый получал деньги, и ваш этот нехороший человек просто хотел их получать побольше. Если бы этого фактора не было, весь раз ваш разговор можно забыть. Так он вставал раньше всех, поэтому он был жаворонок. Чтобы получать больше денег. Нет, у него биология такая была, а вечером он уже ходить не мог. Какая биология? Как биология? Урвать больше денег. Уберите деньги, и все проблемы закончатся. Вот я вам хочу сказать, что есть люди, обладающие особенностями. Одни жаворонки, другие совы, третьи промежуточные, которые могут и так, и так. А он был жаворонок. Я еще раз говорю. Особенностями все обладают, слава Богу. Но портит их всех только одно обстоятельство. Зависимость от денег. И эти особенности начинают проявляться в самом омерзительном виде. Вы еще про Абрамовича расскажите, какие у него были благостные намерения, как нам каждый день по телевидению рассказывают. Я жил при социализме. Мы сейчас уже заканчиваем, Наташа, извини. Я жил при социализме, и мы были подростки, и между нами... Социализм – это то... Социализм тоже неадекватное общество, поэтому он и рухнул, потому что там были начальники. Советский Союз выполнил одну функцию, надо понимать это на 100%. Он предотвратил сценарий золотого миллиарда. За его спиной поднялся третий мир, и сценарий золотого миллиарда стал невозможным. Как он только эту функцию выполнил, он стал ненужным. И поскольку это была элитарная система, она рухнула. Игорь Николаевич, я вам безмерно благодарен, что вы мне позволили задавать такие вопросы, потому что, я думаю, уважение к человеку именно в этом и состоит, чтобы быть искренним в своих вопросах. Вот меня мучили эти вопросы, я вам их задал, и вы мне ответили. И я думаю, что наша беседа была очень полезной, потому что если бы я просто сидел и делал вид, что я все понимаю, толку бы с нашей беседы ни для кого бы не было. Естественно, правильно. Оппонент обязательно нужен. Да, спасибо. Как там Наташа? Одобряет? Да. Скажи, Наташа. Да, одобряю. Привет, Наташа. Это же белорусский партизан. Она не только нами руководит, она тут все это фиксирует. Да. Я шучу. Хорошо. Я шучу, молодец. Я ее называю белорусский партизан, да, потому что она же из Беларуси, а там только партизаны живут, там только партизаны. Да. Я недавно был в Беларуси, очень хорошо. Да, спасибо вам, Игорь Николаевич. У меня тетушка в Орше жила тоже. Да? Спасибо вам сердечно, я вам очень благодарен. Я от лица всей нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus спасибо. И мы вас ждем, еще раз на встречу. Хорошо. Когда у вас будет время. Да. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Отключаюсь.